Установка защитной сетки радиатора комплектации «Стандарт» для автомобиля Nissan Sirena 5-го поколения с 2016 года выпуска. Защитная решетка выполнена из сплава алюминия и магния повышенной прочности, что гарантирует надежную защиту от механических повреждений радиатора. Покрытие дополнительно защищает сетку от агрессивных сред и имеет два варианта расцветки – черная и хромированная. Размеры и форма ячейки защитной сетки разработаны таким образом, чтобы не препятствовать естественному охлаждению радиатора и в то же время защищает от практически любого рода загрязнений и повреждений решетки радиатора. Для установки необходимо завести Г-образные крепежные элементы за штатную решетку радиатора автомобиля до характерного щелчка. Продев отвертку в ячейку сетки над креплением, надавите на защелки для окончательной фиксации. Крепления выполнены из термопластической смолы. Технические показатели синтетического полимера дают возможность использовать его при низких температурах, близких к экстремальным, что в свою очередь гарантирует долговечность изделия. Установка осуществляется в любых климатических условиях. Также вашему вниманию представляем одну из разновидностей зимней защиты радиатора. Зимний пакет выполнен из миллиметрового ABS-пластика и устанавливается исключительно на защитную сетку посредством пластиковых винтов. Данное изделие способствует быстрому прогреву внутреннего пространства моторного отсека, защищает от камней, ледяного мусора, создает барьер от реагентов в зимний период, в совокупности продлевая срок эксплуатации как непосредственно радиатора, так и двигателя автомобиля в целом. Установка осуществляется в любых климатических условиях. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайты товар находятся под видео.